Мы в Испании, а если быть точнее, в столице Каталонии, Барселоне, и приглашаем вас на футбол. Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер. Это Барселона против Севильи. Спасибо, Георгий. Думаю, хороший футбол мы сегодня должны увидеть. Обе команды готовились к этой игре и постараются сегодня взять 3 очка. Будет ли это просто или нет, мы узнаем. Но точно будет интересно. Сегодня, Георгий, нас ожидает очень интересный матч. Команда с третьей строчки турнирной таблицы постарается сделать все возможное, чтобы одержать победу над лидером. Барселона с первых минут выпустил на поле следующий состав. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Бразильская футбольная команда «Какова» – отличное название для русского языка – имела неплохие результаты. «Какова» команда, да? И была неожиданно распущена приказом министра внутренних дел. Дело в том, что команда состояла в основном из полицейских, и во время матча с ее участием на стадион прибывали целые наряды болельщиков в полицейской форме. Каково, Константин, а? Да, любопытно. Ты же понимаешь, что тогда в городе просто начиналась вакханалия. Уровень преступности и количество преступников возрастало, но зато на трибунах был тогда образцовый порядок. Фернандо. Хорош он в отборе, будет аут. Хесус Навас. Фернандо. Де Йон. Играет в пас команда. Игрок поспешил, залез в офсайд. Эвер Панель. Хотят во что бы то ни стало забрать гости мяч себе сегодня. Выбрали они тактику высокого прессинга. Как будут выходить хозяева из такой ситуации? Вот что интересно. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию хозяевам и максимально